Друзья мои пустыны, всем привет! Добро пожаловать на канал Foxtail. С вами Екатерина, это Star Sand. Мы внутри пирамиды пытаемся перелететь на другой берег. Я сейчас попробую сделать следующее. Выстрелить стрелой вперед, потом взять факел в руки и перелететь. Так, хорошо, теперь смотрю, у меня факел в руках. Попробуем не просто перелететь, перепрыгнуть. У нас же есть теперь крутой костюм. Но вангую я, что ни хрена мы... Так, забудь. Ванга с меня не очень, зато, видимо, отлично. Перелетели. Хорошо, в прошлой серии в конце не получилось. Сейчас я так подумала, нужно взять факел, дабы путь себя освещать. Мы на другой стороне. Вот тут немножко страшно, но мы сейчас зажгем с тобой фонарь, и будет все отлично у нас, возможно, а может и нет, а может мы помрем, но в любом случае получилось перелететь. Я-то подумала, что нужно сбегать назад в свой оазис, каким-то образом закинуть бурбин-бинджам в костюм, чтобы он посильнее работал, и, соответственно, силе больше тяги можно перелететь. А тут оказалось все в целом окей и норм. А тут не развилка? Нет, тут не развилка. Надеюсь, мы не ползем в самое логово. Йоря-Йоря, жизнь тебя не покорила. Я хрен... А! Я ничего не делаю. Короче, тут ветер воет. Я не знаю, куда идти. Ага, потоки воздушные здесь таким. Я так испугалась. Я думала, я бежала и провалилась в дыру. Думаю, ну ёпрсты. Сейчас опять загружаться. Так, вот сюда нам мы пойдем. Ну, он куда-то идет. Я ничего, если честно, не вижу. Ну, прошла. Получилось. Грибочки, синебочки. Возьму я вас, конечно, но... Они для еды нужны. Какого хрена? И кто ты такой есть? Я не буду брать твои грибы, не переживай. Откуда ж я знала, что вы тут упоротые? Ага, смотри, мы подобрали бурбин-бунджам. Что это? ПНВ-сеятеля? Нажмите R, чтобы активировать прибор ночного видения. Теперь устроен ваш компьютер... Компьютер наш сеятель при использовании расходует топливо. Так, я поняла, к чему это. К тому, что впереди трындец. Факел нам не друг. Надо надевать очки. А как его заряжать-то? А на какую кнопку? Не понимала. А ты понял что-то? Перезарядили. Так. А теперь если так? Да не пей же ты, блин. Я не понимаю, как включить прибор. Топливный бак костюма полон. Я почесал свою голову, как будто что-то сейчас произойдет. Не зря чесала. В любой непонятной ситуации чеши свою голову. Ладно, это прикольно, это круто, мне нравится. Херап. Ну, я как бы знаю... Ага, я еще и прыгать могу. Я как-то привыкла луком херапать. И тут лука ведь будет не очень удобно. Стой, я...
Так, я вот мне... Подожди. Я тут пришла. Мне сюда идти. Я пока грибы собирать не буду. И тут и без них веселье безрадостное. Вот эти маленькие хреновинки, которые прыгнули на меня. Это детеныши, зародыши, отросточки. Я надеюсь, я их поймаю на свой топор. Че это? Похоже на звук двигателя. А что, если пирамиды – это на самом деле большой летающий корабль? И мы сейчас идем в его двигательный отсек, чтобы починить и свалить. Я не хочу, как в фильме «Чужом», чтобы на меня сверху капало и падало. Так. Это сера? Да, месторождение серы. Ну, надо собрать. Сера очень хорошая. Сера нам порох дает. А порох дает нам большие бомбы. А большие бомбы дают нам большой буровах. Ну, сейчас большой буровах не получится. У нас нету ядра кокоса. Почему я пошла? Типа... Так, давай держаться, чтобы не заблудаться правой стороны. Потому что иначе я потом в этих пещерах... Я же не диггер, я же не этот скалолаз-альпинист. Мне заблудиться как ни хрен сделать. Здесь камень и там камень. Никакого ориентира жизненного тут нет. Так, ну, я смотрю, еще один искатель металлолома лежит. О-ло-ло, голоден, да ёб твою шашу. Это пипец. Ну все пипец. Я потеряю Лоло. Нет у меня снаряжения места. Так, давай максимально быстро, максимально действовать. Так, это вот тут. Это туда, да? Все, я понимаю. Я сейчас смотрю, где я закольцовываюсь. Я думаю, я вот здесь не проверила. Ничего, проходов никаких нет. Давай быстро сюда. Все, мы потеряем верблюда. Если мы потеряем верблюда... Ах ты, шьёшкана, матрёшкана! Видел жабу? Хоть поцелуй меня, Катю. Я тебе свои ядовитые споры волью. Сюда пойдем. Я понимаю, зачем мы в эту пещеру залезли. Скорее всего, для того, чтобы найти заправку, заправительный картридж для костюма. Я назад возвращаюсь. Да, я вернулась назад. Давай еще раз быстро сбегаем. Но мне кажется, здесь больше ничего нету. Куда же еще можно пойти? Не пищи. Вот отсюда я пришла. Это зациклится, верно же? Да, это зациклится. Все, значит, на выход идем. Да, блин. Прыжки. А подожди, это что такое? А, это грибы так светились. Ладно, все, здесь ничего нету. Нам пора валить. А почему я не могу поесть? Здрасте. Я не то открывала. Подожди, вот. Употреби. Употреби. Все, пошли на выход. Нас ложка ждет. Короче, получилось, что здесь мы подобрали специальный картридж для заправки. Вон она сидит. А ну-ка, стой. Вам холодно? Ага, хорошо.
Но я ее убила. Стрела прям ей в лицо влетела. А это куда ведет путь? Дороженька. А, ну это все закруглять. Все, пошли на выход. Я говорю, я буду блуждать в этих пещерах. Мне не знаком, это не моя стихия, понимаешь? В лесу тебе хотя бы разные березы встречаются. У одной там веточка кочевряжная. У другой висюлечки там на левой стороне. Ты можешь сориентироваться, а здесь ты ничего не можешь. Камень и камень. Ах ты! Это что? И что надо тут делать? Подожди, я поняла. Стоям-барам-барам-ба. Это вход для той пирамиды. Значит, я буду записывать сейчас. Помнишь, который, где древняя теплица была? Там такой большой вход в скале. И там вот такие же знаки были. Я не знаю, в какой очередности я вот это вот сейчас... Бляха-муха, я у мамки. Акробат. Художник. Там водить, но я просто вот эти зарисую груди. Так, так. Так, так. А там уже будем... нажимать. Только какая из них будет центральная, непонятно. Предположу, что возможно просто хотя бы их выбрать. Вот, это у меня было против часовой стрелки я шла. Есть. А ты что, копье достал? Ты когда копье-то успел достать? Не надо тебе копье. А что у нас здесь? Есть ничего, здесь древняя темница. Ты что, башкой приложился, что ли? Не прикладывайся. Бежим. Тихо, 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 присядь. Ну. Я забываю, что здесь присядь надо держать. А мне хочется быстрее выбежать. Ага, это мы вниз упали. Что за звук такой охрененно страшный? Я как будто... Я поняла, да, головой, наверное, бьюсь. Но я факт то, что не повреждаюсь, это радует. Потому что если здесь ты приложишься головой, потеряешь сознание... Лесенка. И помрешь? Не-не-не-не-не-не-не, подожди, я пытаюсь понять. Стоп. Ты знаешь, птица не тоже умеет летать. Нет, не вниз, слёток ты проклятый. Почему? Вот я все время жму вперед и пробел. Пробел это залезать. Но вот сейчас он упрется. Вот я руки убрала. Мне теперь надо понять, как это. Два раза нажал. Как? Да, хотя бы Ололо покормим. Все это ради Ололо. Я с собой покончила, чтобы накормить моего любимого друга. Ты, блин, половина желудка у тебя полная. Давай вперед. Блин, так тяжело здесь вот с этими... Ай! Залезать по веревочной лестнице. Не могли нормальные перила сделать? Вообще лифт. Да? Лифт. И нет проблем. Лифт. Это одно из важнейших изобретений человека, я считаю. Потому что каким дураком надо быть, чтобы подниматься на 25 этаж, когда у тебя есть нормальная поднималка-качалка? Это круто придумано. Я знаешь, кто это придумал? Я вот знаю. Стопудово самый ленивый человек на планете. Самый ленивый, который смотрел на лестницу, думал... Я не хочу этого. Я не хочу проживать свою жизнь на ступенях 100 тысяч. И придумал лифт. Все. Все, двигатель прогресса человечества шел и действовал на лени. Поэтому вот неужели здесь не могли придумать лифт, чтобы поднимать? Нет, лесенка. А на этой лесенке еще хрен это.
пропрыгаешь. Причем фишка в том, что я смотрела на свои показатели здоровья, они были нормальные же. А потом они как-то раз и разнормальнились. Давай, в общем, встретимся уже на выходе, потому что ты все здесь видел. Я повторю это действие, встретимся уже на выходе. Вот здесь. И посмотрим, что дальше. Короче, я лечу. Просто жмешь вперед аккуратненько. Прям аккуратненько, понимаете? Смотрите, где я оказалась наверху. Я сжала пробел. Это как лазить по лестнице. А там просто нажимаешь вперед и так маневрируешь. Короче, у меня новые символы появились на этой штуке-дрюке. Смотрите, где мы вылезли. Я думаю, мы вылезем вообще не... А где мы вылезли? А-а-а, смотрите, мы вылезли на самом верху, где наши пирамидные львы стоят. Из трубы вылезли. Офигеть. В общем, нормально. Отключаем ночное зрение, дабы не тратить запас бинджама. А тут ночь на дворе. Пошлите спать. Я не поняла, от чего я умерла на самом деле. Но явно не от того, что, блин, я прыгала. Давай мы напьемся. Мы наедимся. Почему я на И? Я в игру играю. Там инвентарь на И. Я вот все время сейчас здесь тоже пытаюсь. Употреби. А здесь же все легко на тап. Употреби. Круто смотрится, да? Сразу все какими-то другими красками заиграло. А что эти худамок, мадамок? Не, ничего в руке нет. Просто так мерцает, как будто что-то было. В общем. Почему? Давай выключим. А что у меня? Вот сейчас у меня что с жизни сняло? Как будто меня током шандарахнуло. Может, долго в очках ночного видения тебе плохеет? Не сообразила я, если честно. В чем беда моя? Сделаю я вот так вот. Не вот так. Вот так вот сделаем. Пока так безопаснее. Соответственно, костюм... Здесь защита от солнца меньше, но защита от нападения чуть больше. Поэтому пока я в своем родном нормальном одеянии буду ходить. Олулонь, ты где? Вот, ешь на здоровье. Что у тебя по сумкам? Ну чё, ну чё это такое? Семя. Можно посадить. Отлично. А это что? Кусок серы наш. Ну я ничего пока выкладывать не буду. Мы заваливаемся спать. Сохраняемся. И мафия засыпает. Просыпаются неадекватные граждане. План каков? Оседлать Ололошку, как бы он хотел, не хотел. И щемануться к затерянному городу. Это нам надо вот прям вот здесь выезжать. Да, нормально, не сохранились, и ладно. Валим к даже не к затерянному городу, к затерянной теплице. Идем к дверям, на которых отмечены символы, и пробуем ее открыть. А что там за дверью? Узнаем, когда к ней подойдем. Угу. В общем, я прискакала к оазису для того, чтобы сделать передых небольшой, попить водички, сохраниться. И сейчас двинем к пещере. Так, сохрани. Угу. Здесь, смотрю, есть ананас. Немножко голодная, как не в себе. Аккуратно, не ныряя в воду, пей. Пит-стоп у меня образовался пустынный. Без него никак. Я не знаю, что меня ждет. За той загадочной дверью, возможно, смертушка моя. Не зря здесь стервятники кружат. Ой, да ты сытый, тогда поскакали. Что я надеюсь там найти? Я очень надеюсь найти там пятый артефакт, который даст ответ на то, как вернуться нам в наш нормальный мир. Потому что в целом быть властелином этой планеты, единственным разумным существом, заманчивая перспектива, но песок сушит кожу.
Мне это не нравится. Мне нужен влажный климат, а все время сидеть в оазисе тоже скучно. И приходится становиться каким-то любителем животных, потому что кругом одни верблюды, бараны и гиены. И не хватает человеческого тепла и разговоров. Поэтому нам надо валить отсюда как можно скорее. Надеюсь, единственное, что не будет там битвы за теми дверями. Но я как бы, я внутренне не готова. Пока не готова. Если мне скажут, вот надо пойти туда и там вот уничтожить гнездо многоножек, тогда я внутренне подготовлюсь. Я разбужу в себе царя скорпионов, подготовлюсь мысленно к битве и задам жару хорошего. А сейчас я на лайте и на верблюде. Хочется просто открыть тайну. Вот как. Поэтому скачем в сторону загадочной двери. Встретимся там. Прискакали практически. Я сейчас хочу зайти в теплицу, порубить немножко деревьев, кустарников, пролесков, чтобы плоды брнбинджама понабрать. От него же заряжается костюм. Неизвестно, что ждет нас там дальше. И, возможно, нам очень придется летать. А заряд расходуется лихо. А восполняется тихо. Поэтому сейчас нарубим маленько. И двинем разгадывать загадку. Ну, съешь ананасик. И жажду употребишь, и душеньку порадуешь. Ананас классный. Я люблю ананас. Но почему такой офигенный фрукт? Так, вот тебя. Невозможно много съесть. Он как киви. В нем содержатся кислоты, да, которые разъедают твой язык. И сколько ты долек ананаса захаваешь? Ну, максимум пол ананаса. И потом у тебя все разъест, и ты ничего не сможешь уже вобрать в себя. Очень обидно. Хотя ананас, на мой взгляд, очень вкусная экзотика. Остается только консервированные. Салатик хороший консервированный с ананасиками. Курочка, грудочка, ананас, сыр, чесночка, чутка и майонез. Или вот этот йогурт такой безвкусный. Вкусно, я есть захотела. Почему? Это потому что я голодная села играть, а тут заросли еды. Нехорошо. Так, давай посмотрим. Тебя я уж взяла. Сколько у меня? 27 брнбинджам. Последний куст рубим и все. Я думаю, этого за глаза. Если нам этого не хватит, то, как говорится, больше ничего нас не спасет. Я надену сразу костюм. Вот. Мне непонятно, что меня повреждает в нем. Ну, возможно, очки. Давит на переносицу. Лулош, все? Подожди, не толкайся. Нет, не то. Выключись. Чуть не ослепило бедного верблюда светом дальних фар. Вон нам в тот прогал. Погнали. А что мы встали? Я теряюсь в догадках. Обо что ты спотыкаешься? Не хочешь туда? В смысле ты туда не хочешь? Кто тебя спрашивает? Ты верблюд подневольный, я тебя кормлю. Кто верблюда кормит, тот его катает. Делай, что я говорю. Горбатый. Вон там дверочка. Как откроем. А там сокровища несметные и путь домой. И ты туда-сюда можешь между мирами мотаться. Разбогатеем. Вот. Вот то, что нам надобно. Давай я зажгу факел, чтобы посветлее было. Я не знаю, что делать, если честно. Как оно тыкается. Ну, в первое вот это. Теперь. Тын-тын-тын-тын. Вот это. Подожди. Ага. Теперь. Тын-тын-тын. Тын, вот это. И тын-тын-тын-тын. Вот это у меня было. Почему нет? Давай наоборот пойдем. Тын-тын-тын-тын. Вот это. Вот это. И вот это.
А если очки надеть? Ну-ка, ну да, так-то я не вижу ни черта тогда. Ага-хах, вопрос, мы встряли. Что с этим делать? И что нам еще нужно? Видишь, я ее долго-долго держу. Точно узоры совпадают. Уж какая-то последовательность должна быть. Никаких больше подсказок нету, я фиг его знает. Если честно, я пока не понимаю, как разгадать эту загадку. Надо думать и изучать. А если использовать все эти знаки, кроме тех, которые загорелись? М? Давай начнем вот с этой тогда. Так, теперь вот ты. Теперь вот ты. Теперь вот ты. Есть, конечно, вероятность, что еще какой-то необходимый предмет я не собрала. Я не знаю, до конца довела или нет. Не работает. Не работает. Мы прискакали к двери. У нас есть код. Но взломщик из нас такой себе. Непонятно, как взламывать. Может, что-то еще где-то надо найти? Что-то, мне кажется, нет, не вариант. Тогда давайте на этом остановимся. Мне надо подумать, попробовать разные варианты. Как только какой получится, продолжим. Вот еще с этими друзьями разбираться. Не хотелось бы мне. Ну, разберемся. В общем, останавливаемся. Мы пробывали внутри пирамиды, нашли специальный ночной прибор, узнали код, подошли к двери. Теперь нужно понять, как ее открыть. Все. Вопросов больше не имею. На этом останавливаемся. Встретимся в следующей серии. Спасибо тебе огромное за просмотр. Поддержи, пожалуйста, лайком. Пиши комментарии. Блин, подписывайся на канал. До встречи в следующей серии. А что ты не стреляешь? Пока-пока.